Всем привет! Потратил я почти целый день реального времени в поисках монстра на море, но все же мне удалось найти неплохую точку. В принципе, как найти? Это стандартная точка, 80-я банка. Клюнул мне на падение вот этот вот монстр. Вначале я подумал, что это гигантская акула, как обычно на 80-й банке. Но спустя несколько минут вываживания я понял, что это крупный меч. Рыба довольно часто делала рывки и давала слабину, что говорит о том, что это меч. Эта рыба размотала меня почти на 250 метров и после этого немного устала. И с улыбкой на лице осознаю, что это действительно меч. Причем довольно-таки крупный. Глушу весь алкоголь, который у меня был, с надеждой, что это трофейный меч. И вот тут моему удивлению не было предела, потому что на 191 килограмм меч меня размотал почти на 250 метров. Вот представьте себе, что делает трофейный меч, если вы его ловите с места. Но это, наверное, нереально вытащить. Клюнул этот красавец на 23.02. И вот такая сборка у меня стояла. 23.01, 23.05 и 23.02. И спустя некоторое время нападение, опять же, я увидел поклевку приятной рыбы. Следует также отметить, что в чате было крайне много меча, а я за час увидел где-то штук 7 в чате. Правда, они все не крупные, там, до сотки, но все же. И это оказался опять-таки меч. Еще в копилочку вот такой красавец. Тут я уже сменил пилкер, поставил хантер синий в надежде, что что-то залетит на него, но все же рыба опять залетела на октопус. Также у меня еще один меч был мелкий, он залетел на 23.01, ну и первый на 23.02. Результат вы видите на экране, но стоит отметить, что крайне много мелкой рыбы, то есть здесь нужно именно делать упор на крупную рыбу, высиживать ее, я имею в виду. Всем спасибо за просмотр, с вами был как всегда Хрубачок, просьба подписаться на канал, поставить лайк, надеюсь вам нравится мой контент, также приглашаю к себе на трансляции, обычно я провожу их с утра. Всем хорошего дня, до свидания.